И в завершении выпуска 9 февраля состоится открытие 23-х зимних Олимпийских игр, на которых наши, допущенные к участию спортсмены, не смогут выйти под российским флагом. За кого болеть и стоит ли смотреть Олимпиаду вообще? Мы спросили у люберчан в нашей постоянной рубрике «Свободный микрофон». 9 февраля – открытие Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Однако наши допущенные спортсмены выступают под нейтральным флагом, а скандалы вокруг Международного олимпийского комитета не утихают. Что об этом думают жители Люберец? И будут ли они смотреть Олимпиаду 2018? Нет, не буду. Почему? Потому что я не увлекаюсь спортом, я увлекаюсь искусством. Может, и буду, как получится. Я считаю, что спортом всегда вне политики, поэтому в любом случае те вот спортсмены, которые высказали свое мнение, что независимость от ситуации будут защищать и поедут. Как бы я поддерживаю, молодцы. Я не понимаю спорта в качестве вот сидеть у телевизора с пивом на диване, да, и заниматься таким спортом. А что такое Олимпиада? Ну, Олимпиада, соревнуются все. А смотреть будешь ее? И за кого болеть? За победителей. За наших, как за кого? Болею, конечно же, к сожалению, не за Россию, потому что я из Молдовы, я за Молдову болею. За Россию? Потому что я русский, но буду болеть и за Россию. Вот что может Россия, учитывая все ограничения, которые были? Не надо было просто баловаться и заигрывать с допингом. Мне кажется, вот сейчас мы увидим настоящую форму, настоящую силу российского спорта. Это тоже как-то несправедливо. Люди к этому всю жизнь буквально шли, и тут их так вот сильно ограничили. Я бы на их месте как бы с двойной, ну, обиделся бы, такой, с двойной злостью бы туда поехал. Ну и пусть это будет там под олимпийским флагом. Да ничего страшного, все равно все прекрасно понимают. Я вот сейчас абсолютно точно уверен, что да, я буду смотреть, мне интересно, и я буду болеть. Удачи, счастья, и чтобы точно выиграли. Нашим спортсменам пожелаем что-нибудь? Да. Чего? Скажи, желаю удачи вам всем. Желаю вам удачи всем. Круто. Давай 5. Несмотря на все, большинство будет смотреть зимние Олимпийские игры и болеть за наших. Пожелаем спортсменам побед и удачи. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.